Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с мамой распаковка по ссылке с сайта NewChic. Я в прошлый раз там заказывала купальники. Ссылку на это видео я вам оставлю внизу в инфобоксе. Купальники с примеркой. Так что, кому интересно, посмотрите. И очень сильно понравилось качество, поэтому мы сделали там еще один заказ. И мама заказала тоже себе кое-что. Вот сейчас она будет распаковывать. А то, что заказала я вам покажу потом. Итак, вот мамина часть посылочки. Обожаю, когда шуршит. Сумочка. Да, мама там посмотрела сумки, и ей очень понравилась одна вот такая сумочка. Вот такая замечательная сумка. Она из этого кожзама, по-моему, да? Да. Из кожзама. И все? Да. Но это еще не все. К ней еще идет вот такая. Вот такой прям набор. Вот такой... Что это, как кошелечек, да? Да. Таблетки. Вот такая визитница. Вот так очень, кстати, качественно сделано. Угу. Такая на застежечке. И идет вот такой ремешок. Его можно вот сюда пристегнуть. На эту такую маленькую сумочку. Можно ее использовать как косметичку. Ну-ка, открою. Угу. Ой, а тут тоже есть. Вот тут есть вот такой ремешок. Вот она вот такая вот. Глубокая. Да. Внутри без подкладки, правда, но... Нет, оно... Да, но она там тряпочная, приклеенный трикотаж. Угу. Вот, видите, какая глубокая. Угу. Вот. А это как кошелечек или как косметичку можно использовать? Таблетница. Таблетница. Ну, для кого как? Да. Нет, это можно даже вот ключи. Ну да. Вот у кого длинные такие ключи, вот, например, положил там, да? Вот, кстати, очень хорошо. Поехала в город, чтобы они вот так вот. Вот, а это мне скидочные карты. Леонардо, Мария Искусница. Сюда все. Вот, кстати, удобно. Хочу... Они немножко помялись при транспортировке, но это ничего страшного. Ее набить, и она снова форму вернет. Да. Так что вот такой вот у мамы набор. Вот она внутри выглядит вот так. Видите, такое как. У меня это называют ведро. То есть она, да, полностью внутри. Ну, как раз, по идее, вот это как идет. Можно как косметичку, можно как маленькую сумочку использовать. Вот это. Ну, давай, померь. А здесь, вот смотри, самое интересное. В одном флаконе, вот в одной дырочке. Вот такие железные ручки. Вот. И здесь можно использовать вот эти, как это самое, как они называются? На плечо. Да, на плечо. Вот можно вот так она. Ой, я обожаю сумочки. Да, у меня мама любитель сумок. Вообще. Вот так вот. Вот так можно, она прямо так, ну, что-нибудь подкладывать. Вот так вот. Она такая длинненькая. Железные такие ручки. Можно на плечо. Сейчас как молодежь носит. Особенно так вот в транспорте фигачка. Вот так вот назад. И в руки в сумку. Вот так вот. И вот это. Ну, это более молодежь такой можно. Ну, мне коротковато немножко. Ну, я обычно вот так ношу, но у меня получается... Да, коротковато немножко. Коротковатый, да. Это вот без этого самого, без багажа, как в рекламе говорят. Вот эта ручка нравится. Мне вот так вот больше. Я вообще выбирала такую сумку, ну, чтобы было вот, мало того, что три в одном. Ну да, это жаба уже. Это жабёж, да, теперь вот. Во-вторых, я ее буду брать с собой, ну, вот, что-то такое вот бывает. Я даже не знаю, когда что. Но вообще-то я хотела на занятия на свои. Я буду ходить на занятия.
Вот, потому что я все в пакетиках целлофановом, а он у меня один раз порвался, и я кое-что потеряла. Угу. Свои там инструменты очень жалко. Здесь можно... регулировать, да. Да, регулировать, но он тоже коротковатый. Вообще-то он коротковатый. Не, ну смотря кто вот так носит, понятно. А я люблю вот так. Ну, это можно документы. Ну, нет, я скорее его под косметичку, под какую-нибудь. Угу. Свое что-нибудь. Вот так вот. Угу. Потому что, ну, что это у меня тут все под этим? Это ерунда. Сумочка очень симпатичная. Да. Да. Подкладки нету, но она вот трикотажная. Как-то приклеенный трикотаж. Угу. Такой вот. Я думаю, постирать могут. Жесткое дно. Вот, но она не вынимается, она вот приклеена. Вон эти ножки. Широкая. Вот так вот, симпатичная. Там были разные расцветки. Вот. Буду все свое складывать. Главное, молнии еще. То есть не все это открыто. Она маленькая такая вот. Ну, хорошо. Да, на лето, мне кажется, очень симпатичная сумочка. На лето и на весну, на осень. Mm-hmm. Я же говорю, что я буду свое брахло брать. Mm-hmm. Занятки. Так что вот такой вот у мамы заказ. Да. Главное, всего да. много. Всего много. Мама на это повелась. И плюс симпатичная. Ну, она сейчас набьет, вот это все отгладится. Да, вот это надо. Симпатичненько, да. Ну, сейчас покажу вам свой заказ. И вот то, что я заказала себе. Вот такое платье. Просто оно классное. Во-первых, мне очень сильно понравилась расцветка. Мне кажется, она загорела, кожа вообще идеально. Но, конечно, погода в Санкт-Петербурге нас не радует, к сожалению. Я думаю, что я уже не похожу в этом платье. Но... может быть, если все-таки мы соберемся на море, то я его обязательно с собой возьму с пляжа на купальник, не знаю, просто, мне кажется, бомба. Сделан он из такой ткани, не хлопок, а, знаете, такой, чем-то такой, видите, шуршащий. Ну, это, наверное, синтетика, конечно, но... оно быстро сохнет, я его уже стирала, гладила. Отлично ровно прошиты швы. То есть мне оно по качеству очень понравилось. Здесь все видите, вот эта рюша аккуратненько обработана. То есть ничего нигде, вот здесь вот тоже швы аккуратненько обработаны. Вот эти вот, здесь идут лямки на шею. Тоже они, видите, аккуратненько, ровненько сделаны. Это не может не радовать. И сзади на спинке тоже идут вот такие завязки, которые вы можете вокруг талии, можете просто на спинку, ну, просто сзади бантик сделать. Спина открыта. Здесь сделана молния. Все вот так присборено. Оно вообще очень классно. Оно как раз, вот знаете, на жару, или там, допустим, у вас какой-то мокрый купальник, чтобы не было, знаете, вот таких разводов внизу. Это как раз вот прям самое оно. Я сейчас вам покажу тоже, как смотрится на мне это платье. Оно просто, ну, я не знаю, для меня это просто какое-то такое классненькое прям вообще. И к этому платью я специально положила на темный стол. Я заказала вот такое украшение, шейное украшение. Под, там на сайте есть выбор под серебро или под золото. Я взяла под серебро. Значит, здесь вот первое вот это идет по шее. И тут вот такие, ну просто как стекляшечки такие, да, которые классно переливаются на солнышке. Я его одевала уже. Оно вот такое ощущение, как будто бы это реально серебро. То есть оно, видите, не потемнело, не потерлось. Носила я его несколько раз. Вот, но, правда, не мочила, то есть душ не принимала с ним. Есть такая луна, и здесь вот идет такая вот длинная висюлечка такая, я не знаю, как ее правильно назвать, которая, ну, вот она не закреплена, а вот так вот, как бы, ну, как сказать, ездит вот по этой части. Здесь сделаны типа такие, ну, не то чтобы это жемчужинки, да, а просто тоже из металла такие, как типа жемчужинки. Очень мне понравилось это украшение. Мне кажется, оно сейчас достаточно актуально. То есть все это на шейке вот так вот выглядит красиво. Очень сейчас вам тоже одену, покажу на себе.
Вот так вот смотрится это украшение. У этого платья вот я одела вместе с платьем. Платье, правда, декольте у него такое прям ого-го. Вот, видите? Но вот это украшение даже с этим платьем, мне кажется, просто потрясающе смотрится. Я не знаю, я прям влюблена в это украшение, честное слово. Как и в само платье. Мне платье тоже очень понравилось. Вот такая вот прям красота, красота. Видите, вот эти вот здесь вот камушки. Здесь такая луна. Здесь как этот... Как такие, как будто... Ну, мне почему-то напоминают жемчужинки и... Вот такая вот история. Очень симпатично. Так что вот такой вот у нас был с мамой заказ с сайта New Chic. Нам на самом деле очень все понравилось. Все достаточно качественно. Платье так вообще классное. Можно было, конечно, размер поменьше, но мне, наоборот, нравится, знаете, что он такое свободное, так как для меня это такое, ну, знаете, с пляжа пойти платьице. Очень здорово. Так что не забывайте, что все ссылки я вам оставила внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч.